what you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business, not because they want to... Так, друзья, 8 марта 2022 год. Находимся на гипермаркете «Лента», Ростов-на-Дону уже. Идем, приехали эвакуаторы, эвакуируем первый автомобиль. Здрасте. Где ты, Сергей? Да я в «Ленте» был. А, в «Ленте», в «Ленте». А вас, видишь, тут все серьезно. У вас тут вообще серьезная организация. Здрасте, Трошинский. Сегодня погода не очень. Уже многие потери обувались. Не, вообще, все, тронулся. Куда везут? Шоссейная. А какой точно? 7А. 7А? Да. Еще, да, поди от эвакуатора? Да. Там заявок много. Давайте, может, оттуда начнем? Ближе ко входу где? Ну, сейчас подъеду, да. Так, первый поехал на штрафстоянку. Так, подъехал эвакуатор. Это до размета? Ну, это получается на островке стоит. Да, 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 на островке. А это инвалид. Это инвалид, а это черный сейчас. ДПР. О, ЛНР. ЛНР, да? Че, а, ДНР. ДНР. Их не надо. Да надо, почему? А? А может ДНР лучше? Ну что там, там тонировка, там может у человека под стеклом лежит знак. А вы их не переписываете? А? ДНР не переписываете? А? Переписываем, проверяем, ну тонировка. Он потом просто, может человек сказал, что справка лежала. Мало ли, беженец, бедолага. Вам нужно принципиально заразить эту машину? Да не, мне все равно. Он-то все равно-то нарушает. Не, ну нарушает, а ну, они тут все нарушают. Да? Холодно сегодня. А кто будет работать? Так, отходи туда, еще за собой.
опечатано. Тоже второй по счету эвакуированный. Так, второй поехал на штрафстоянку. Документики, пожалуйста, на транспортное средство. Это инвалид. А, вы инвалидом являетесь? А вы на стекло повесьте, чтоб видно было. Инвалид? Было, да, у вас? ДНР. Что ДНР? Машина села? Водитель? Нет, а там. Мы сейчас этот, как эвакуатор приедет. А через сколько? Через сколько? Не могу сказать через сколько. У него тоже заявки есть. Он же не только ездит. Освободимся, позаберем. А вы до скольки работаете? Рабочий день у нас? Рабочий день. До 6. Это уже сейчас 17:22. Время еще есть. Время еще есть. У нас сколько примерно? Полчаса, да, подождать? Может, чуть больше, да. Приедем. Давайте подождем. Да. Так, в общем, остались немного машин под знаком инвалида. Сейчас инспектора уезжают, еще обещали подъехать. Так, друзья, вот уже сколько? 6 часов 16 минут. Город Ростов-на-Дону видим. На парковке для инвалидов стоят автомобили, но сотрудников ДПС нету. Что самое главное, что сотрудники города Ростова-на-Дону ДПС не крадут автомобили, как в городе Аксай. Без протокола задержания эвакуировали. Ну все, друзья, на этом я буду прощаться с вами. Два автомобиля в Аксае, два автомобиля в Ростове эвакуировано. Все, друзья, всем до скорой встречи. Tell me pretty lies. Look